С самого начала боя соперница получила неплохой задел, потом сложно уже было вернуться в равновесие? Нет, было несложно, но была борьба. Вот. Была борьба постоянно, то она, то я. Вот. И, как бы, в принципе, соперницы равные, поэтому как бы, тут нелегко и несложно. Как бы, делал каждый то, что может. Но прежде тебе уже приходилось встречаться с Лушиной на дорожке? Да, приходилось мне встречаться, но это было год назад. Вот, и я ее тогда одолела, выиграла. На какие слабые места соперницы сегодня ты пыталась воздействовать? Не знаю, может, на мою усталость силу возраста я не могу сказать. А я на какие? Я слабые места. Ну, то есть как бы на ошибки, искала ошибки в процессе передвижения. Угу. Вот, и если их видела, то колола, если нет, то получала. А как ты сейчас уже можешь оценить свое выступление на чемпионате России? Ты осталась довольна? Но восьмерки на чемпионате России быть, это неплохо. Вот. Ну, конечно, когда проигрываешь, хотелось бы лучше, хотелось бы выиграть и быть в тройке. Но неплохо. Неплохо, да. Впереди командные соревнования. Как настрой? Завтра у нас командные соревнования. Ну и надеюсь, мы будем с медалями. У нас, в принципе, сильные девочки в команде. Вот. Так что надеюсь. Хочется взять реванш за вот это вот сегодняшнее поражение? Безусловно. Конечно. Мы же спортсмены, как без этого?